Такую акцию провели сотрудники госавтоинспекции в рамках операции «Невод». Девушки с нимбами и крыльями ходили по улицам Орска, вручали водителям памятки всего лишь с одним, но очень важным призывом – нетрезвому водителю не место за рулем. Сказочные персонажи никого не оставили равнодушными. Сотрудники ГИБДД уверены, подобная профилактическая акция будет иметь свой практический результат.